Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Отношения Соединенных Штатов и России на фоне развязанной Вашингтоном экономической и дипломатической войны подошли к критической черте. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, враждебность уже перешла на бытовой уровень. Представители русскоязычной диаспоры подвергаются дискриминации. При этом Антонов подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном нужен всему мировому сообществу, отмечается в телеграм-канале посольства. До этого дипломат заявил, что ему пришло письмо с призывом выступить против российского руководства и обратиться в офис первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Американские коллеги прямым текстом призывали его отказаться от родины и осудить действия президента России Владимира Путина. В ответ на это российское депредставительство потребовало объяснений от Госдепа США. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.